Продолжаем, пацаны. Крушение надежды. Следующая миссия. Продолжить. Так. Ночной патруль. Дополнительное задание. Еще одно скучное ночное патрулирование. Ночь теплая и единственная. Опасность это туча комаров. Есть время подумать о вечном. Завтра у нас будет достаточно боеприпасов. Это будет скучное дно ночное дежурство. Давай. Вы часовой, не засните. Мы все еще ждем подкрепления США. Они в пути и по последним данным прибудут завтра. На текущий момент силы ООС серьезно напирают на наши позиции. И мы готовимся к большой атаке на аэропорт. Большая часть наших боеприпасов хранится на старой фабрике в Параисо. И хотя эта информация хранилась в секрете, мы полагаем, что противник узнал, что об этом, и он пошлет своих диверсантов, чтобы уничтожить боеприпасы. Ваша задача патрулировать территорию, охранять боеприпасы до прибытия двух американских грузовиков, которые заберут их утром и отвезут в аэропорт. Охранять склады боеприпасов. Заметки. Заметок нету. Ты ебаный урод, блядь. Блядь, со всех сторон открыто, да? Так, вот боеприпасы у нас. Может, один ящик только? Ой, один сарай. Что-то было человек, что-то. А, вот этот человек. Бля, пока никого не видно, нахуй. Что, двойной сарай, да? О, братюня. Куда это ты? Так, одного мы подловили. Сохранимся. Сколько их будет, я не знаю. Душе не чаю.
А что, ребятишки сигнал продают, а что сами убить не могут, не в силах? Вот свет, что есть тут, что нет его нахуй. Ебать, где он? Что, дурак, блядь? Нихуя себе, нормально. Так, это был второй диверс. Это был третий. Ну и вообще налегке, ебать. Ебанутый. Кто ж с парадного входа-то заходит? Ну как этот красиво крюк сделал, блядь. И в сарай попал, блядь. Чурва. Так, трех диверсантов мы отсекли, как бы. Переждем остальных. А где? А теперь с тревогой надо. Сейчас пока нет никого. Хотя вон тут где тревоги появился, блядь. Где пидорасики?
Кстати, где первый, там второй, пацаны. А что, еще да придут? Все, что ли? Изи, блядь. Нихуя сложного вообще нет. Охрана склады боеприпасов. Задача выполнена. Продолжим следующей миссии, пацаны.